История России в фотографиях представляет. Погоны. В конце 1942 года по поручению Сталина началась подготовка по введению погон для военнослужащих Красной Армии. Эти знаки различия были отменены после Октябрьской революции в 1917 году как один из символов старого режима. Вместо них использовались петлицы. Возвращение к погонам должно было поднять авторитет командиров, которых при существовавших знаках различия зачастую было трудно отличить от военнослужащих младших званий. Кроме этого, необходимость введения погон диктовалась и предстоящими совместными действиями с союзными армиями. Новые знаки различия для личного состава Красной Армии были введены 6 января 1943 года, для личного состава ВМФ – 19 февраля.